Активно-зажигательные по-семейному. Именно в таком стиле 14 декабря открылся 8-й сезон на горнолыжном курорте Танай. Приезд гостей был по-настоящему долгожданным. Наконец, аномальная для Сибири зима позволила любителям зимнего спорта надеть лыжи и сноуборды. Мы хотели приехать к 1 декабря, вот да. За каждые выходные. 1-7. Да, и все это откладывалось. Наконец-то это случилось. 2 часа пути, и мы здесь. К слову сказать, подготовка к новому сезону на Танае начинается на следующий же день после окончания предыдущего. В этом году сделали все на высшем уровне. Поменяли интерьер в номерах, из Австрии завезли новый инвентарь для проката, обновили меню. Изюминка этой зимы – плов и барбекю на живом огне. Персонал обучен, автопарк готов к работе, трассы в идеальном состоянии. Подъемники готовы к сезону, проведены все необходимые регламентные работы, то есть подготовлена документация, обучен персонал, то есть дороги полностью готовы. Этот сезон на горнолыжном курорте Танай посвящен семье. Разработано много новых тарифных программ специально для семейного отдыха. Такое новшество вполне оправдано, ведь нередко на заснеженных склонах можно встретить целые делегации – мам, пап и ребятишек. Вот и Ольга с Андреем сегодня приехали не одни, посвящают спортсмены малыша Сашу. Мы ожидали очереди, какую-нибудь бойню, но все вообще шикарно, и погода хорошая, солнце выглянуло, поэтому мы отдыхаем, радуемся. Малыш тоже отдыхает, радуется, открыл свой первый сезон. Детский спорт здесь в почете. В прокате вы сможете найти для своего ребенка специальные лыжи или сноуборд. Кроме того, продолжает действовать программа обучения для самых маленьких. Еще раз мы выходим с проектом Smart Snow Club. Это обучение детей на горных лыжах квалифицированными, подготовленными инструкторами по австрийской технологии. Дети принимаются в возрасте от 4 до 7 лет. Это длительный проект. Обучение требует несколько этапов. Это как раз рассчитано на весь сезон. Над тем, чтобы курорт мечты начал свою работу, трудилась целая команда. Открытие сезона удалось на славу. Развлекательная программа с конкурсами, подарками и творческими номерами подняла гостям настроение. Теперь они точно готовы покорять горнолыжные трассы курорта Танай. Ольга Дурных, Максим Лисов. Новости моего города. Подробности на сайте www.курорттанай.ру и по телефону 8 384 2 39 00 99.